Здравствуйте, меня зовут Женя, и сегодня я расскажу вам о наборе мячей «Зайка» в мякише. Набор состоит из двух мягких мячиков разного размера. Один из них, тот, что побольше, обыкновенный мяч, а второй маленький, сделан в виде забавного зайчика. У него добрая вышитая мордочка и длинные уши. А если вы рассмотрите его внимательнее, то заметите, что это мягкая пальчиковая кукла. Зайка станет для вашего малыша замечательным другом и поможет его речевому развитию. Он пообщается с ребенком, маминым голосом расскажет ему сказку, поможет разучить песни и стихи. Любимой игрушке можно доверить любые секреты. Мячи сшиты из ткани разной фактуры, гладкого хлопка и пушистого плюша. Внутри у каждого мячика погремушка. Все эти свойства способствуют активному сенсорному развитию вашего малыша, его слуха, зрения, тактильного восприятия и мелкой моторики.